Ребята из летнего лагеря «Центр созвездия» посетили вкусную лабораторию. В пищевом кванториуме на территории завода «Союзснаб» прошла познавательная экскурсия. В программе «Знакомство с полезными бактериями для молочных продуктов». Каждый смог даже сделать на оборудовании предприятия собственный йогурт. Но полный восторг у ребят вызвала мини-шоколадная фабрика. Там сломались машины. И мы должны были все их починить. И тогда, когда мы все машины починили, мы получили шоколад. Мне понравился больше всего тот момент, когда мы получили шоколад. Я прям ела ее, не могла остановиться. Он был вкусный. На заводе ребятам приоткрыли завесу тайны, как создается шоколад, каков его состав и рецептура приготовления. Вся экскурсия проходила в игровой форме. Оборудование можно было запускать, останавливать и снова запускать. Запомнилось, что детям очень понравилось. Восторг вызвало то, что можно трогать все руками, создавать запахи. Это для них вообще было тайна, покрытая мраком. Да? Сейчас что-то стало понятно, как создаются запахи. Это интересно не только детям, но и взрослым. Еще один цех – тайная ароматическая лаборатория. Здесь игротехники рассказали, как получают вкус яблока, какие секретные ингредиенты нужны для вкусного десерта. По прошествии трех этапов экскурсии дети получили волшебный чемоданчик для создания торта-конструктора. Когда состоялось торжественное открытие вкусной лаборатории, на открытии присутствовали представители социальных организаций направления Красногорского муниципального района. И было достигнуто соглашение о взаимодействии вот в таких благотворительных направлениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, для многодетных семей, для малообеспеченных семей. И наша компания социально ориентирована на поддержку таких групп граждан. Вкусная лаборатория в Красногорске работает всего месяц. За это время прошло уже 10 подобных экскурсий. С нового учебного года их планируют проводить по 4 в день. Знакомство с тонкостями производства направлено на раннюю профориентацию школьников.